Патранамса, Преврадикачари, Катарика, Шри, Шри, Махи, Дамили с вами, Абая Чарнаравинда Бхакти Виданта с вами, Шила Прабхупада, Анатакоти Вайшнава, Индаки, дорогие преданные, дорогие мои поклоны всем, дорогие вайшнавы. Наступающий вас. Да, наступает. Огромное количество. Так, что мы читаем сегодня? Чайтанья Прабху, я сейчас ровно буду с вами час, но там час время есть, да? Нет, у меня есть. А так мои парикшаратты продолжат. Вопросы, ответы. Я буду в режиме слушания по дороге, но еду. Хорошо, тебе удачной поездки, Каравадж Прабху. Спасибо. И очень надеюсь, что где-то 7-8 числа я приеду и увижусь. Да, это будет здорово. Будем ждать тебя. Так, какой сегодня текст у нас? У нас 7-4-37. 7-4-37. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, 7 песня, 4 глава. Хираньякашипу держит страхи вселенную. Текст 37. Ясто крида накобало джана ваттан манастая Кришна граха грихитатма наведа джагат идришам Ясто оставленное криданака тот, кем все детские игры и другие развлечения. Бала, мальчик, джадават, словно обездвиженный, татманаттая, мыслями о Кришне, Кришнаграха, Кришна, который подобен планете, Грахи, обладающий огромной притягательной силой. Грихита атма, тот ум, которого был
всегда поглощен. Тот ум, который был всегда поглощен. Не. Веда. Понимал. Джагат. Материальный мир. Идришам. Такой. Перевод текста. С самого младенчества Махарадж Прахлада не проявлял никакого интереса к игрушкам. Он отказался от всех детских развлечений и, полностью погруженный в сознание Кришны, был молчалив и спокоен, поскольку его ум неизменно влекло Кришне. Он не понимал, как другие могут жить лишь ради чувственных удовольствий. Здесь описывается рождение Махараджа Прахлада. Каждый человек рождается с умонастроением. То есть, по сути, рождается его материальное тело. Ум не рождается. Ум переносит его в следующее тело. Поэтому он наследует умонастроение в прошлой жизни. И в соответствии с этим умонастроением подбираются условия рождения, родители, среда, в которой он должен быть очень точно. Это очень сложная наука. Даже преданным многим кажется, что это момент случайный. Слишком сложно это все понять. Как, с какой точностью это происходит? Есть ведь риск какой-то ошибки, кажется. Но нет. Ям-яма пи-смаран баван. То, о чем человек думает в момент смерти, он в точности получает следующее тело, значит, в соответствующую среду, родителей и все остальное. То есть, что это означает? Что эти отношения уже есть. Уже сейчас есть отношения с будущим в этом мире. Мы строим отношения с людьми и многих забываем. Но кармические последствия остаются. Если даже мы забываем какие-то поступки, слова, которые мы произнесли, или встречи случайного характера, но оставившие какой-то отпечаток. То есть очень много чего происходит. С точки зрения кармы настолько сложно, что любое новое действие влечет за собой новую цепь последствий. Любое новое действие. Любой новый человек в этой жизни, который вы встречаете, это новая цепь последствий. И с кем-то мы еще не встречались в этом мире, с кем-то мы уже встречались в этом мире, с кем-то мы сейчас встречаемся в этом мире. Из прошлого это тянется, из настоящего, и также идет будущее. Поэтому Кришна Бхагавадгите коротко говорит об этом. Хитросплетения кармы очень сложны для понимания человека. Но Кришна знает, нет, для него не сложно. И для человека сложно. Что же нужно человеку? Понять три вещи нужно. Что такое действие, что такое запрещенное действие, что такое бездействие. Все. Вот эти три вещи нужно очень глубоко осознать. И можно вырваться из пут кармы. И вырвавшись из пут кармы, только тогда мы сможем понять, как работает вся эта божественная система Дайви, Пракрити. Она непостижима для, с точки зрения человеческого рассудка. Поэтому говорится, что этот мир, он также Бог. Все, что здесь делает человек, все имеет свои последствия, в точности никаких ошибок не случается. Так же, как каждому на 108% из нас гарантирована смерть. Неизбежно. Точно так же, Кришна говорит, неизбежно гарантировано новое рождение. То есть это гарантия, это не случайность. И здесь джадават слово использовано. Бала – это мальчик. Бала. Джада означает джадават. Джада буквально джада бхарата, помните это слово, выражение. Джада означает безумец. Джадават – бездвиженный. Бездвиженный умом имеет джадават. Не просто застывший где-то, а умом и бездвиженный. Есть человек задумался глубоко, и поэтому не двигается. А джадават. Словно обездвиженный, но тат манастая мыслями о Кришне. Это
это происходит внутренней энергией, при помощи внутренней энергии это происходит. Здесь дается пример хороших переводов, транслитерации. Кришна Граха. Ну, нет в материальном мире такой планеты. Граха – это планета. Есть 9 грах и 9 планет с точки зрения астрологии, джотиш-шастры. И они определяют влиянием в судьбу человека. И невозможно противостоять этой силе планеты. Не представляется возможным. То есть они руководят судьбами людей. Это знают те, кто знает джотиш-шастру. И кто-то однажды спрашивал астролога: ну вот у меня вот такая-такая вот карта, и вот тут есть у меня сложность. Могу я преодолеть эту сложность? Повторением Хари Кришна мантры, вот я же практикую. Могу я надеяться, что этот период не наступит? Или что-то произойдет, как-то я смогу выйти из-под его влияния? Он говорит: не смешите меня. Сказал: не смешите меня. Планет никто не может. Кроме Кришна Граха, главная планета Голока Вриндавана, представитель Верховной Личности Бога. Он обладает огромной притягательной силой, сравнивается с планетой. Если Юпитер влияет, человек будет таким. Сатурн влияет, он будет таким. Марс влияет, он будет таким. Ничего с этим не сможете поделать. То есть законы кармы связаны с энергиями Вселенной, невидимыми нитями, вплоть до планет и других созвездий. Но также, если человек занимается преданным служением, его судьба связана с Кришна-граха, с притягательной силой Кришны, которая сильнее этих планет. Это удивительная вещь. То есть траектория жизни меняется, конечно же. Но влияние планет может оставаться, но траектория жизни изменится. Там, где вы должны были упасть с точки зрения гороскопа, там будет место вас и вашего возрождения, если там есть Кришна-граха. Также мы в этой жизни были гарантированы деградировать, ну, вместе с Кали-югой. Разве мы можем противостоять этому влиянию времени и планет? Нет, но траектория нашей жизни изменилась, смотрите. Наша как бы вот деградация, которую мы ощущали в этом мире, разочарование послужило причиной толчок нам к новой траектории, к Кришна-грахе. И всегда ум был поглощен, здесь говорит грехита атма, всегда поглощен атма, то есть ум здесь как атма описывается, это глубокий ум. Ум можно рассмотреть с позиции тела, с позиции ума и с позиции души, как бы, и вот атма. Атма тоже может быть, к уму относится, и к телу относится, и к душе относится. И вот здесь мысли духовные, наверное, сильнее, чем материальные все любые другие привязанности и мысли. Поэтому суть выхода из этого мира – это привязанность к Кришне. Таким образом, от Майи можно уйти. Благодаря силе притяжения Верховной Личности Бога. Он сильнее. С самого младенчества, перевод текста. С самого младенчества Махарадж Прахлада не проявил никакого интереса к игрушкам. Ну, понятно, почему, будто поглощен. Он отказался от всех детских развлечений и полностью погруженный в сознание. Кришна был молчалив и спокоен. Поскольку его ум неизменно влекло к Кришне, он не понимал, как другие могут жить лишь ради чувственных удовольствий. То есть он с рождения уже не мог взять в толк, почему люди живут таким образом. Не мог представить, почему это они делают все. Так же, как, скажем, если человек соблюдает все регулирующие принципы, вырос, скажем, родился в гармонической семье, значит, он не принимает интоксикации, он не играет в азартные игры, мясо не ест, конечно же, он не занимается незаконным сексом. И есть такие семьи по сей день. Люди выросли в такой среде, строгой, духовной, значит, среде. И там есть свой стиль воспитания в этих принципах. Не только запреты. При помощи запретов невозможно от человека довести до этого уровня. Мы видим, запреты не помогут. Но там есть еще и витхи. Есть определенные предписания, что нужно делать, чтобы не привлекаться вот этими вещами. Витхи нишеда называется. Витхи, знаешь, что надо делать, и вот нишеда, что не надо делать. Недостаточно сказать, что не надо делать. Сегодня люди говорят, что не надо делать. А что надо делать, не знают.
То есть как же подняться выше над этим? И Махарадж Прахлада, да, если вы рождаетесь в такой семье, где есть Видхи Нишеда, вы восприняли это все, то вы посмотрите на курящего человека и то же самое подумайте. Что он делает? Зачем? У вас будет недоумение просто. Или человек, который несет какую-то чепуху, вот экстравагантную, вы тоже подумайте, зачем? А им нравится это делать, им нравится эти все вот глупости делать. Так и наслаждаются. Каким-то самомнением, ложным о себе что-то думают, они там как-то вот эти перья распускают, знаете, друг другу показывают, как-то вот соревнуются и так далее. Кто красивее, кто еще, кто книга рекордов Гиннесса, кто дальше плюнет. Ну, там полно всяких вещей, Не помню, кто дальше плюнул всех, но кто-то плюнул. Что тараканы? Плюют тараканы. Соревнования по плюкам тараканами. Тараканами? Да, таракан, большой таракан. Большой таракан берет в рот и плюет. И кто дальше влюет? Очень интересно. Вот. Если вы из брахманической семьи, вы подумаете, ну это просто сумасшествие. Но тот, кто плюет тараканами, подумает, вы что, не едите мясо, да вы сумасшедший. Вы не курите, не пьете, да вы сумасшедший. И на Новый год вы точно сумасшедший человек. Или вы больной, может быть. Здоровые люди плюют тараканами. Ну, то есть вот день-ночь, да, в Гите говорится. Кто-то живет днем, кто-то ночью. И... Реальность разная совершенно, конечно. Здесь описывается вот врожденные качества Прахлады Махараджи на удивление, потому что обычно человека воспитывают. Ведь все рождаются мошенниками, негодяями, Прабхупад говорит, от природы вещей. Негодяй – это тот, кто живет для себя, а мошенник тоже. Ну, ради себя готов обманывать других. Это мошенники и негодяи. И дети, они именно такие. Они эгоистичны, их нужно обучать, образовывать, чтобы не быть мошенниками и негодяями. Хорошо. Законы, этикет, культуру, философию, ну и прочее, прочее. Профессию честную, деньги зарабатывать честно. Учат. Потому что рождение такое. Джанма. Но здесь феноменально что-то описывается. Рождается с другими качествами человек. Ям-ям вапи-смаран-баван. Он об этом думал в прошлой жизни уже. Поэтому для него было подготовлено рождение, необычное. Совершенно необычное, с необычной миссией. Загадочное явление. Он не родился в семье преданных при этом. Кришна говорит, Бхагавадгите, что человек, который не успел достиг духовного совершенства, он был близок к этому, рождается в семье великих преданных или в очень богатых семьях. Там не говорится, что он рождается в семье демона. Но Прахлад Махарадж с такими качествами родился в семье демона. Это еще одно загадочное явление, почему описывается на страницах Бхагавата. Как это могло случиться? Такая личность. Он получил знания в утробе матери, то есть все вспомнил. От Нарады. Нарада знал, кто пришел и почему пришел, и что будет дальше. Нарада уже все это видел. Трикалагья. Все, он знает, что будет дальше. То есть он пришел, чтобы призвать Нарисимхадева в этот мир. Чтобы это было явление. Аватара приходит. Аватара приходит к преданному, прежде всего. Ну и попутно вот уничтожая демонов. Но главное, для чего приходит аватар, приходит к преданному. Прахлад Махарадж был именно та личность, которая должна прийти на Нарисимхадев. И он родился в семье демона, и таким образом жизнь этого Хираньякашипу была обречена. Таким образом. Преданные рождаются в демонических обществах сейчас. Все. Редко кому удается родиться, ну там, какой-то чистой семье, трудно сейчас представить. Но в основном все рождаются вот в этом мире демоническом. Но что это означает? Это планы Господа, конечно же, что этот материальный мир обречен на поражение. Господь будет проявлять все больше, больше и больше. Благодаря преданным это происходит. А от демонов он уходит, он покидает это место. Но если преданный где-то является, рождается, начинает служить Кришне, Кришна проявляет себя там больше, 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 больше. И таким образом
материальный мир будет обречен. Если мы не свернем с этой дхармы, если мы решительно настроены оставаться преданными, уже процесс очевиден. Как распространяется духовное знание, мы уже можем видеть на самом деле, какие результаты, плоды уже появились в мире, на мировом уже уровне масштаб. Это благодаря преданному служению, всего лишь навсего. То, что мы предлагаем Кришне, прасад, пушпу, Шрила Прабхупаде, Гуру Парампаре, уважаемое почтение, воспеваем святые имена, то есть мы ничего особенного не делаем. С материальной точки зрения, распространяем Бхагавадгиту, объясняем простые вещи людям, что есть законы кармы, есть гуны природы, есть душа, есть сверхдуша. Они уже слушают, они слушают, они говорят, Бог один, они это уже воспринимают хорошо. Мы ничего не делаем с точки зрения материального существования. У нас нет кармы. Если мы заняты преданным служением, мы не создаем карму. Кришна говорит, разберись, что такое карма, что такое викарма, что такое акарма. И вот акарма действует в бездействии. И укажи таким образом путь другим людям. Что нужно? Распространяй духовные знания. Это не влечет за собой никаких кармических последствий. Наоборот, сжигает карму. Интенсивное сжигание кармы. Это надо потерпеть. В материальном мире всегда будут препятствия на этом пути. Кармы, ну, может быть, очень много. Можно представить себе, если только растений во Вселенной 2 миллиона видов. Сколько кармы. Другие же еще 400 тысяч видов человека существует. Сколько кармы во Вселенной. И у каждого человека, и даже растений, свое мнение. А вы распространяете сознание Кришны, а у всех свое мнение, разное мнение. Ну и как создать это единство? Нужна ягья. Только ягья сближает людей в единство. Единственное это ягья, имя Бога. Это что, если вы служите Кришне, только таким образом можно все эти мнения как бы вот связать вместе. И Санкиртана ягья это делает. Что касается наших мнений, можем иметь полное разногласие. Но что касается Санкиртана ягья, у нас нет разногласий. Заметьте, это работает. Необходимо совершать ягью. Ну и Прохлад Махарадж, он совершает ягью в уме, он олицетворяет процесс с Мараном, думает непрерывно, непрерывно. То есть какое-то служение мы должны делать непрерывно. Может быть, не можем думать непрерывно на уровне ума. Можно и непрерывно, регулярно приходить в храм, 16 кругов каждый день, регулирующие принципы постоянно, вот эта непрерывность очень важна. Если же она прерывается, то не достигается, разрывается результат, ослабляется результат. Вьяватхан, разделение, разрыв происходит. Поэтому мамча йо вьяпичарини бак йогина севете сагунансама тититан брама буя калпат. Если вьяпичари йога, непрерывная йога, она возводит человека на уровень брамана сразу же. Если мы следуем садхане регулярно, мы будем находиться минимум на уровне брахмана. Будем себя чувствовать хорошо даже в этом мире, под влиянием внутренней энергии именно. Если садхана слабеет и происходит некий разрыв в практике, слабеет сознание Кришны, перемешиваются гуны материальной природы и беспокойство. Поэтому жизнь так нужно организовать у нас в Исконе, чтобы мы могли вот посещать центры, храмы регулярно, намахаты, то есть чтобы мы могли общаться регулярно. Непрерывно. В читании Чаритамрити Матхья 8.274 сказано «Ставара джангама дяке на дякитара мурти сарватрахая ниджа иштадева спхурти». Тот, кто погружен в сознание Кришны, даже находясь в материальном мире, видит везде только Кришну. Это признак Махабхагаваты. Махабхагавата видит Кришну повсюду, ибо питает чистую любовь к Нему. Брахма Самхити 5.38 об этом говорится так. Приманджина чурита бхакти вилочанена сантах садава хридаешу вилокаянти ямшьяма сундарам ачинтя гуна сварупам гавиндам адипурушам тамахам баджами. Прабхупада довольно часто эту шлоку цитирует Брахма Самхиту. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей облик всегда доступен взору преданных, глаза которых умощены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего в них в сердце, в Его вечном облике Шьяма Сундары.
Воздушный преданный Махатма, или Великая Душа, которая встречается очень редко, всецело пребывает в сознании Кришны и непрерывно видит Господа в глубине своего сердца. Иногда говорится, что человек, на которого влияют такие неблагоприятные планеты, как Сатурн, Раху или Кету, не сможет достичь успеха в своих начинаниях. Махарадж Прахлада же, наоборот, находился под влиянием Кришны, всеблагого повелителя любых планет, и потому не мог думать о материальном мире и жить без сознания Кришны. Если влияет какая-то личность на нас, мы не можем об этом не думать. Если планета влияет какая-то, мы не можем думать по-другому. Но тем не менее, все остальное, думая о Кришне. Кто кем бы то ни был, значит, это возможно. Значит, это возможно. Если человек привязан к кому-то или боится кого-то, и мы говорим, не думай об этом, он не сможет. Слишком сила, большая сила эмоций. Страх может сопутствовать этому, или какие-то еще влияния, или с кем-то общается постоянно, тоже под влияние попадает. Но это все планеты организовывают. Или полубоги, то есть высшие силы, дайва. Но что касается Кришны, прямое наставление. Манмана бхавана бхакто, думай обо мне. Несмотря на эти планеты, несмотря ни на что, просто думай обо мне. И вот пример Прахлад Махарадж. В семье демона. И далее будет описываться, через что он пройдет, не переставая думать о Кришне при этом. Такие чудеса. Это для нашей веры очень важно. Для нашей веры. Не для подражания, конечно. Мы не такие, как Прахлад Махарадж, но вера наша, может быть, окрепнет, если мы слышим такие вещи. О могуществе Кришны и его преданных. Это очень характерно для Махабхагаваты. Махабхагаваты считают, что даже враги Кришны заняты служением Господу. Значит, отец пытался убить Прахлад Махараджа, а Прахлад Махарадж думал, ну, он служит Кришне. Его служение, его природа действует согласно природе. Кришна все контролирует. Он не видел в нем врага никак. И отцу говорил то же самое. Не дели людей на друзей врагов. И ты успокоишься. Ты сейчас так гневаешься, столько раздражения. Все у тебя есть, и ты неудовлетворен. Ну, потому что ты делишь людей на друзей врагов. Отсюда все беспокойства. Посмотри, все частички Бога. И это только больше без силы, Хираньякашипу. Демоническая природа. Пока вы не признаете его Бога, не поклонитесь ему, он не успокоится. Объяснить это можно с помощью другого, несколько грубого примера. Человеку, который болен желтухой, все кажется желтым. Так и Махабхагавате кажется, что все, кроме него, служат Кришне. Пример болезни приводит. Желтуха, все окрашивает желтый цвет. Вот. Садхана Кришна сравнится здесь с желтухой. Но в позитивном смысле. Махараджа Прахлада признан всеми как Махабхагавата. Величайший преданный. Прежде всего было сказано, что прежде он обладал врожденной привязанностью к Кришне. Найстар Гики Рати. Рати. А здесь в этом стихе описываются признаки такой привязанности. Хотя Махарадж Прахлада был маленьким ребенком, его нисколько не привлекали детские игры. В Шримад-Бхагаватам 11.2.42 говорится. Вирактир Аньятрача. Человек, полностью погрузившийся в сознание Кришны, утрачивает интерес ко всем материальным занятиям. Тут нужно различать, что материально, что духовно. Не так, что какая-то работа материальна, как эта работа духовна. Нет, любая деятельность может быть духовна, и любая деятельность может быть материальна. Ягьярт, кармононе, тралок, эмкарма, бандана. Любая деятельность, если она не совершается как ягья, она материальна. Она свяжет нас с результатами этой деятельности. Либо плохой, либо хороший, либо смешанный. Беспристрастно. Не думайте, что это награда. Когда я хорошо поступаю, получаю хороший плод. Не думайте, что это награда, это ловушка Майи. Она не любит нас.
она не награждает нас. Это пряник просто. Это привлекательность ее, что здесь можно что-то хорошее иметь, да. Но вслед за этим все хорошее, что мы имеем, она отберет с болью. Если мы привяжемся к этому еще. Это называется карма бандана. Узы кармической деятельности бандана будут рваться с болью и кровью. Это майя. Ей нельзя доверять. И она человек думает, это награда, что вот у меня там богатство есть сейчас, или там хорошая семья сейчас появилась, сейчас у меня все хорошо, спасибо тебе, Боже, но кто это дает? Это все от майи. Непосредственно все это материально. Если мы привязываемся к этому, будем очень страдать, когда будем уходить от этих, так сказать, ценностей. Поэтому здесь не сказать, что это награда, или человеческое тело – это и награда, и проклятие одновременно, смотря как мы это используем. Обычно ребенок не может отказаться от детских игр, но Махараджу Прохладу они не привлекали, ибо он, преданный высочайшего уровня, неизменно пребывал в духовном трансе, в полном сознании Кришны. Что человек видит в трансе? Он видит как полное целое мир. Если обычный ребенок, что он видит? Он видит маму, папу, вот все, что он видит, игрушки. Он еще не видит мир, как бы не ощущает его. Разум его не созрел до такого тонкого восприятия, широкого восприятия, глубокого восприятия или духовного видения. Обычный ребенок. Но здесь Махабхагавата рождается, он видит сразу как полное целое мир. Все вместе взятое. То есть он ничто не принимает в этом мире, ничто не отвергает в этом мире. Это симптом, да, вот то, что Махабхагават описывается здесь. Подобно тому, как материалистичные люди всегда думают о мирских приобретениях, Махабхагаваты, такие как Махарадж Прохлада, всегда размышляют о Кришне. Если можно думать о материальных объектах и быть полностью поглощенным этими объектами, почему нельзя думать о Кришне? Пример приводится. Говорит, посмотрите, как сосредоточены, организованные материалисты, успешные, там, бизнесмены хорошие, деловые люди. Некоторые политики талантливые, или завоеватели, которые были вот в истории, тоже Наполеон там или другие, Македонский. Как они были сосредоточены на своей цели? Наполеон не мог спать, 4 часа спал всего, и иногда вообще забывал про сон. Бизнесмен идет, вы ему книгу показываете на улицу, некогда, он... Ничего не видит вообще. У него по минутам все расписано. Сосредоточен, понимаете? Ум. И они достигают своих целей, смотрите, тоже. Хотя и временных, но они при помощи сосредоточенности и решимости это делают. Тот же метод используют. Но не для Кришны, а для себя. Пользуются теми энергиями Кришны, но для себя. Но при этом должен быть также сосредоточен в сознании Кришны. Если вы больше сосредоточены, чем этот человек, он остановится. Он удивится. Что за наглость такая? Какая-то приятная наглость, понимаете? Какой-то, собственно, приятный человек, и как-то меня остановил почему-то. Я не собирался остановиться, мне на работу бежать нужно. И что тут у вас книга? И как-то он улыбнулся и что-то. Потому что вы больше сосредоточены, и все. И ваш ум схватывает его ум и держит. Посмотрите сюда. Вот вы целый день каждый день работаете, верно? Посмотрите сюда, быстренько посмотрите. Значит, очень важные вещи описаны. А что здесь такое важное? Так про вас все же. Про меня? Серьезно, я посмотрю. И он начинает верить вам. Итак, если вы проповедуете, если вы больше сосредоточены на Кришне, люди, они будут вас принимать, они отодвинут свои мысли даже на какое-то время. Если вам удастся эти мысли людей отодвинуть на какое-то время, они получат Кришну. Ну, в течение лекции, если лекция идет 2-3 часа, скажем, для новых людей, то, возможно, откровение будет минут на 5 всего, если собрать. Каких-то глубоких вещей. Из 2-3 часов, минут 5 они что-то услышат. Достаточно. Прабхупада сказал об этом. 5 минут достаточно, чтобы человек начал преданное служение.
если вам удастся этот ум отвлечь от их обычных мыслей и представлений, и дать им представление Кришны, о Кришне, о его уже мире. Не о нашем мире, который мы тут строим, а о мире, который уже до нас существовал и будет существовать. И почему он существует. И об этом разуме рассказать что-то. Они получат потрясение просто. Но это может сделать тот, кто сильнее сосредоточен на этом, чем тот, кто слушает, говорящий. И Махараджа Парикшит, он слушающий, Шукадева Госвами говорящий. Та же вещь. То есть тоже он явился как освобожденная душа. То есть ум был полностью сосредоточен, он не видел вообще материи. Вообще не видел материи. Поэтому Парикшит спрашивает Шукадева Госвами. И все мудрецы, присутствующие там, они умиротворяются тоже. С разными философскими мнениями. Там были йоги, там были гьяни, могущественные, которые шли этим путем уже в долгие годы, аскезы и прочее, и прочее. У них были очень сильные, чистые умы, сосредоточенные на процессе. Но Шукадева Госвами, он не выглядел ни как гьяни, ни как йоги, ни как какой-то монарх. Но он вообще был джада, как Махарадж Прахлада. Он выглядел не в себе, не от этого мира совершенно. Он ни о чем материальном вообще не думал. Даже о философии не думал, но все знал каким-то образом. Что он знал? Он знал душу. Как только он увидел Махараджа Парикшита, он понял, вот мое место здесь. Больше нет никакого интереса. Вот здесь я должен сказать самое важное, что у меня на сердце, что у нас реальность открыта, тут я должен, в этом месте. В других местах это не интересует никого. Он сразу это понял. Вот это благоприятное место. И вот здесь мир получит благо из этого места, и будет рассказано Шримад Бхагаватам. И он был настолько сосредоточен, что за 7 дней Махараджа Парикшит освободился полностью. Шримад Бхагават, который мы читаем с вами сейчас. Все эти истории рассказаны были Шукадева Госвами. За 7 дней до смерти великого императора этого мира, который думал об освобождении, о преданном служении, тоже с детства он тоже думал о Кришне. Он думал вернуться к Богу. И для этой цели был рассказан Шримад Бхагаватам, который в себе не содержит ничего материального вообще, ничего материального. Если мы читаем Шримад Бхагаватам, мы ум освобождаем от материальных забот и проблем быстро. Хорошо, дорогие преданные, Азия Вайрагья, вам слово. Харе Кришна, спасибо. Чайтанья Чандрачара Прабху. Да, у нас вот вопросы есть, поднятые руки. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, дополнение, комментарии, вы можете поднять руку. Мани Прабу из Америки, и наверняка горит огнем санкиртаны, распространяя книг во время марафона. Пожалуйста, включайте микрофон. Да, похоже, с интернетом. Он застыл. Задумался о Кришне, да? Он задумался о Кришне, да? Да, похоже, Кришна Граха, Гатитатма. Вот, вот. Но он ожил, вот смотри. Как только ты сказал имя Кришна, он ожил сразу же. Спасибо большое. Я хотел рассказать историю, но сам Кирк не задать вопрос. Это одна из самых запоминающихся истории, которая со мной случилась, что я встретил одну форме. И она взяла где-то, наверное, 20. Да. Да, сейчас говорите нормально. Значит, подвисает немножко. Окей. В общем, она взяла где-то, наверное, около 25 книг. У меня, потому что она решила распространить эти книги своим ученикам в университете. И там случилась такая вещь, что было после ковида. Я дал ей просады, дал ей книги, и также дал ей
меня спасло в тот момент, когда я вспомнил, что вот у меня мантру, мне очень меня мантру повторять. Я думаю, ну, ничего больше, как бы, никаких средств больше нет для спасения, буду повторять мантру. Я повторял мантру, и вот ее такую спасла. А вопросы, которые хотел задать, это вот, Шрила Прабхупада оставил нам наставление ученикам, что мы должны всегда читать Священное Писание, даже несмотря на то, что мы читали неоднократно. Вот, и Гуру Махарадж, я думаю, очень часто давали лекции о Прахладе Махараджа. Вот, мне интересно узнать, что больше всего вас привлекает в качестве Прахлада Махараджа. И, может быть, если что-то из вашего личного опыта, чему вы научились у него? Чему я научился? Я еще учусь, я еще ничему не научился, ты же видишь. Я еще не застываю, как ты, допустим. Вот. Ну, ты в интернете застыл, конечно, я понимаю, но все равно это напомнило всем Прахлад Махараджа. Иногда преданные застывают во время джапы. Когда погружаются в джапу, они могут тоже застыть на какой-то момент. Такие моменты мы видим во время джапы. Тоже это с Мараном проявляется как бы состояние ума, вот это умиротворенное, очень глубокое. И не хочется никаких мыслей других вообще, полной свободы. Вот. Конечно же, мы все переводим сегодня на воспевание святого имени, всю практику, что другого у нас нет метода, век Кали, не существует другого пути вообще. И он абсолютный метод, санкиртана-яги, джапа-медитация у нас. И мы применяем вот эти истории, например, о Прахладе Махараджи, к нашей практике духовной. Вот так же мы хотим быть погруженными, как Прахлад Махарадж, пренебрегая нашим рождением, скажем, или воспитанием материальным, несмотря ни на что, мы думаем о Кришне, хотя Кришна – индийский бог, нам сказали. Ум может всякое говорить. Не просто человеку перейти, скажем, из одной религии в другую, да, вот с точки зрения как бы культуры, это считается очень плохо. Но если понять трансцендентно, что Бог один, человек может преодолеть эти все препятствия, что религия тоже одна на самом деле. Это вот примеры Прахлад Махараджа, потому что здесь говорится о религии преданного служения, о цели всех религиозных процессов, о цели дхармы, арти, камы и мокши. То есть запредельная цель, да, нематериальная цель. И нам помогают в этом примеры из Шримад-Бхагавата. Если бы не было Бхагавата, мы были обословлены какой-то религией или культурой. И вряд ли кто-то смог бы перешагнуть через это. Максимум, что человек может сделать, это стать патриотом своей страны, ну, в хорошем смысле слова. Но это максимум, до чего он может сам, да, себя как бы вот возвысить, полюбить свою родину, ну, но при этом остается конфликт с другими, остается неизбежно. И тут вот мы не знаем, какой выход, не могут найти выход из этой ситуации мировые наши лидеры и умы. Поэтому Прабхупада прокомментировал Бхагаватам, стал распространять, сказал, что нужно всем людям дать в руки, и лидерам общества особенно, что Бхагаватам объединит общество, спасет от самой, ну, самой опасной ситуации. И мы распространяем эти книги, вот марафон устраиваем, и сами читаем, конечно же. Эти примеры. Прахлад Махарадж, знаете, это же не просто такая сосредоточенность, это глубокая привязанность, любовь к Кришне. Сам Господь Шива выражает почтение Прахлад Махараджу. Сам Господь Шива, он считается лучшим из всех вайшнав в этой вообще вселенной, да, превосходит все и вся его преданность. Но сам он выражает почтение Прахлад Махараджу. И вот этот момент, Прахлад Махарадж, он спас Бали Махараджа также. Когда Вамана Дев столкнул его в Паталу, то Бали, он проповедовал ему сознание Кришны. Он просто явился туда, и Бали все понял. Просто по одному виду, как его тело трепещет от любви к Богу, как и слезы постоянно накатывают на его глаза, когда он говорит слово Кришна. Когда Бали это все увидел, он стал великим преданным. Тоже по милости Прахлад Махараджа произошло. И он до сих пор где-то управляет демоническими этими вот энергиями, цивилизациями. Но видите,
демонами управляет преданный, все правильно. Так и должно быть. Мы тоже должны учиться вот такой терпимости, что ли, ведь мы тоже живем среди материалистов. Но и материалисты должны тоже получить возможность какого-то блага и развития духовного. Преданные должны быть достаточно добрыми к людям, ко всем людям. Как Прохлад Махарадж, он говорит, что касается меня, у меня нет проблем уже. Но я беспокоюсь об этих негодяях, демонах, которые идут в ад вообще, и страдания причиняют себе и другим, вот эти беспокойства. Ведь многому можно научиться Прохлад Махараджа. Как он проповедует друзьям тоже, там уникально. Можем применять все его аргументы, кстати говоря, в проповеди, очень актуальны сейчас. Когда проповедует школьным друзьям. Как бесстрашно ведет себя с отцом, демоном, и как почтительно при этом, не оскорбляет его. То есть великая наука, конечно. Такая личность, как Прохлад Махарадж. И спасибо за историю тебе, да, Санкиртаны. Всегда вдохновляет. Еще вопросы? Спасибо большое за оценку, да. Сегодня все. Спасибо большое. Я не помню, мне очень нравится высказывание одного человека, может даже это из вайшнавской нашей традиции. Смысл жизни или самосознание, духовной жизни не в том, чтобы избавиться от страданий, смысл жизни или самосознание духовное в том, чтобы каждое мгновение своей жизни помнить или чувствовать присутствие Господа. Каждое мгновение своей жизни присутствует. Вот в этом отношении Прохлад Махарадж, будущий Махабхагават, является идеальным примером. Прохлад Махарадж прошел через множество страданий. Отец пытался убить разными способами, но он всегда памятовал и видел во всех этих обстоятельствах милостивого Рупа Кришны. Также Кунти Деви молится, да? Пусть эти страдания снова-снова повторяются, потому что мы помним. Поэтому практически какой урок из Прохлад Махараджа мы можем тоже, как только с нами что-то случается, какие-то сложности, мы можем размышлять, чем, почему, для чего, и увидеть, стараться увидеть руку Кришны. Да, Навакишвара Матаджи, пожалуйста. Хари Кришна, мои поклоны не отрешают профессию. Хари Бхау. Тоже планета влияет. Спасибо. Кришны. Вы пропали. Удивительно, Олег. Вот. И у меня вопрос, вот, пару дней. Желаю, вот, завтра, что вот, я организованный лично. Есть, алло? Да, что-то немножко подписаете и прерывается ваша речь. Сейчас вроде нормально. Ну-ка попробуйте еще раз. Сейчас нормально слышно, да. Да, вот меня уже два дня, вот да. Я это, знаете, два дня уже это, ну, переживаю я. Просто я вот, знаете, не знал вещей, которые вот многие преданные знают. Но нельзя ли так сделать, чтобы вот преданные знали о таких людях, которые вот проникают в наше общество, очень организованные, которые очень с легкостью собирают деньги у преданных. И, знаете, это донести им такую вещь, что вкладывать в Кришну это более выгодно. Чем вот, ну, как бы, ну, получивать деньги реально при жертвах очень организованных людей. Как им донести, что вот, или донести то, что довольствоваться тем, что вот сейчас у тебя есть, зачем тебе еще большего хотеть? Вот,
То, что Кришне все принадлежит и все нужно для Кришны использовать, это легко объяснить искренним преданным, у которых не смешивается преданное служение с материальными какими-то концепциями. Те преданные, они преданные, у которых это смешивается с материальными концепциями, наработанными уже в прошлом, это намного труднее объяснить. Иллюзиям говорит, что ты это правильно используешь, ты это все правильно делаешь, ты на благо тоже это делаешь. Вот. Просто сейчас пока не получается. То есть это отдельная тема, отдельный разговор, не такой простой, когда мы говорим о смешанном преданном служении, это непростая тема. И Шри Прабхупаде приходится много усилий, смотрите, чтобы вести учеников всю жизнь, даже после его ухода, да, чтобы довести до чистого преданного служения. Тоже всякие истории мы слышим. Но мы продолжаем свой путь в сознании Кришны вместе, переживая все эти трудности. Поэтому не забывайте, пожалуйста, что это тоже могут быть искренние преданные, которые могут быть запутаны в этой майе. Вот, непростая ситуация. То есть мы не должны создавать тоже врагов из этих людей. Да, они совершают поступки, скажем, неправильные, и, естественно, они получают реакции за это, конечно же. Вот. Мы не должны как бы усугублять эти реакции или что-то еще. Должны просто сами быть вдохновленными в сознании Кришны. И им говорить правильные вещи. Правильные вещи. И мы говорим, и делаем это. И тем не менее, видите, понимание может искажаться и применяться по-разному, в зависимости от человека, который обусловлен по-разному. По-разному будет понимать, как применять это сознание Кришны. Вот. И кроме этого еще есть закон. Просто закон. Каждый еще отвечает перед законом, если он нарушает какие-то правила. Хорошо? Сильно не переживай. Кришна, у тебя в сердце все в порядке. Не беспокойся. Хари Кришна, Матаджи, Хари Пуджа, Нарайни, пожалуйста. Хари Кришна, дорогой Гурудев, Хари Кришна, дорогие преданные, снимите мои поклоны, пожалуйста, все славы Шрили Прабхупаде. Ну вот я, знаете, вот ближе к этому стиху, который мы читали сейчас, вот как раз то, что Брама Самхите есть, что я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей облик преданных доступен взору преданных, глаза которых умощены бальзамом любви к нему. Но святой Дхаме да, много происходит вместе делать, да, но вот я просто хочу, ну как сказать, у меня сейчас такая проблема большая, да, вот мы когда были в Джайпуре последний день, у нас так получилось, что у нас президент сажает Рикшу первых в группу, да, чтобы мы получили даршан господа Ступинатха. Уже мы вышли из дама Говинды, садимся, да. Получается так, что мы не можем уехать. Уже все, кто после нас, они приехали, они нам звонят и говорят, вы где, вы где. А получилось так, что надо еще ему предлагать, мы купили, чтобы дорогу, вот этот мак, чтобы макопростат получить от Господа Гупинатха, да? И у меня как раз вот эта кода, я так переживаю, сейчас уже время, закрою храм, ничего не получится. Мы уже сидим и все уже ничего не весело тебе, уже ничего нет, и давай молиться, и все. В результате мы половину дороги не просто дошли, добежали до храма. И мы приходим, и такие, я такая раз
тоже ничего не может, потому что там такая красота, чтобы я нигде никогда ничего такого подобного не видела. Что даже наши говорят, давай, предлагают чиститься, машинально делать, там и сам одни можешь, глаз вообще, да? И его буквально чуть-чуть дали дальше, и раз и закрыли, и все, и он у меня остался, и я такая вся счастливая, ждали, в Ташкент приехали, я думаю, нет, мне надо вот найти в интернете этот храм, это божество, поставить перед собой, это же такая медитация, это вообще, я открываю этот самый интернет, я нахожу этот храм, а там совсем другое божество, то есть то, что видели мы, в тот момент было вообще, во-первых, он такой большой был, а здесь он совершенно другие. В общем, какая-то мистика. Но самое главное, да, я понимаю, какая-то милость была, что вот именно такой покатался Господь в вебинар. Но теперь я боюсь такое, что вот этот образ не потерять. Как быть вообще с этим? Я уже вот, ну не знаю, вот эти виды, чтобы прочитали, прямо в Санкете есть, на них не что ли? Боишься именно вот этот образ потерять? Как ты его потеряешь, если он уже проник в сердце? Проник? Ну, ты же рассказала. Он уже проник в сердце, как ты потеряешь? Твой вечный как бы плод преданного служения останется в твоем сердце. Ну, ты же в Ташкент вернулась, вот в чем дело. Не надо было возвращаться в Ташкент. Ты вернулась в Ташкент. Я имею в виду сознание, ум. Да. Я боюсь потерять вот этот образ. Я когда вижу, думаю, я уже листала несколько этих чатов, думаю, ну, может быть, нет, это храм, а не фото, да, это храм, да, это вот алтарь. Этот образ тебе дан для того, чтобы думала о нем. Что ты ищешь в фотографии? В сердце вот это сохрани, и все, это уже есть у тебя, какие проблемы? Ты получил эту милость, дар, даршин получила. Даршин Господа получила. Ну, помилуй. Еще второй такой коротенький вопрос, который мучит. Мы сейчас Шримад-Бхагаватам читаем. Ночь Брахма. Когда наступает ночь Брахма, частичное уничтожение Вселенной идет. И мудрецы, они все поднимаются на Джаналу. А где сам Брахма? Он засыпает. Гарбхатакашая Вишну ему во сне дает наставление, как восстановить опять Вселенную. И там в Шримад-Бхагаватам написано, что все, и сунулся, все, меркнет, да? А где тогда Брахма в этот момент находится? В кровати? В кровати у себя, а где же еще? Ну ты где спишь? Но он тоже спит так же. В своей кровати, конечно. В своей спальне. Чего ты спрашиваешь об этом? Все как у людей. Во время сна Брахмы, насколько помню, половина Вселенной погружается в воды океана. И половина засыпает вместе с Брахмой. В Шримад-Бхагаватам много чего нет. Не думай, что в Шримад-Бхагаватам много чего нет. Там есть только то, что мы можем как-то понять. Я вот сейчас тебе говорю, где Брахма спит, а ты не понимаешь простых вещей. Видишь, как читать Бхагаватам, если ты знаешь, где он спит. Вот именно. Видите, сложный вопрос. Специальная подушка есть, ортопедическая. Ну вас вообще. Кришна, Александр, пожалуйста, включайте микрофон. Пожалуйста, вопрос про... Вы упоминали, что за каждым действием идет цепочка. И что вообще от этих всех встреч отказаться, чтобы не было этих никаких цепочек, что разорвать этот круг?
проповедуй сознание Кришны, да, так и произойдет. Господь Чайтанья говорил об этом. Всем, кого ты увидишь, что-то скажи о Кришне. Покажи книгу, что-то скажи о духовном. Так будем выбираться из этого круга заколдованного. Спасибо большое. А дети? Матачи, пожалуйста. Прикрешнана, Андрагой Махарадж, дорогие преданные. Я на самом деле хотела бы поблагодарить Чайтанья Чандру Чарампрабху. Очень хотелось получить даршан. Не могу упустить этой возможности, всегда хочется чем-то поделиться. Я вот где-то 5 лет, наверное, просто взывала ко всем махараджам, спрашивала, что делать, и сейчас чувствую такое счастье. То есть я осознала, как это постепенно милость проливается преданными, да, проповеди. Когда ты встаешь на этот путь, ты хочешь служить, ты не совсем понимаешь, что с тобой происходит. Каждый шаг спрашиваю, ну, я буду продолжать это делать всегда, что будет под защитой, да, преданных. И я просто удивилась, как ты набиваешь шишки, и как эти шишки потом тебе очень сильно помогают в проповеди. То есть ты начинаешь понимать людей, и если раньше, когда ты это... То есть проповедь стала такой легкой, такой вообще открытой, то есть можно легко распространить книги, и нет никакого внутреннего барьера между человеком. Я удивилась этому опыту. Также и в том, когда ты вообще просто на вас всегда смотрела и думала, вот как так... Учиться говорить проникновенно, то есть чтобы люди это слышали, чтобы это не было просто информацией, да, чтобы это в сердце заходило. Но я пыталась это как-то механически пробовала, тренировалась, пыталась повторять, вот, Махарадж так сделал, надо тоже так сделать. Но это как-то все, ну, это был опыт, который я нарабатывала. И сейчас, когда я увидела вот этот вот первый свой результат, я не совсем тоже понимаю, что это, как это, с чем это связано, с милостью или что, но хотелось просто вас поблагодарить, что каждое ваше наставление, которое я получала, я всегда... пыталась медитировать, пыталась его выполнить, и оно всегда, это не просто слова, да, это действительно важные наставления, которые важно делать. Я начала их делать, и все работает очень быстро, и прям реально, прям очень быстро. Я вам очень благодарна за это все, за такую милость, которую вы проливали всегда на меня, всегда были со мной, ну, как я, всегда с вами иду, как за... У меня есть Гуру Махарадж, Гупал Кришна Госвами, он тоже проповедник, и я в вашем лице вижу всегда его милость. Вот. Поэтому просто хотела поблагодарить, попросить благословения, продолжать проповедовать, а также, наверное, не бояться того, что очень много судьба преподносит таких неожиданных сюрпризов, особенно это связано с внутренней работой над собой, потому что проповедовать, когда у тебя внутри все сломано, не просто, но когда это склеивается потихонечку по милости Кришны, ты уже мир видишь как-то вот, как будто мы едины, и нужна вот эта вот боль. То есть это уже не боль, это счастье. Я так удивилась, как проблемы выходят в нектар. Вот. Как-то даже неожиданно для меня это было. Все говорят про страдания, что это естественно. Но не, именно страх войти в эти страдания мешает многим проповедовать. А когда ты говоришь, все, ну, как бы я не для себя живу, я буду жить для Кришны, молишь Кришну об этом, пожалуйста, займи. Там очень больно, но ты идешь и как-то удивляешься потом, как все меняется внутри. И вот я просто за этот опыт вас хочу поблагодарить и как бы просить благословения дальше развиваться. Спасибо. Ну, ты становишься бесстрашной. Ну, похоже, ты любишь Кришну. Ты уже получаешь эти благословения от своего духовного учителя, от преданных. Вот так, продолжай в сердце вот эту любовь культивировать Кришне. И проповедуй, конечно же. Спасай людей. Арибол. Прикришна, дорогой Гуру Махарадж, преданный, идите, пожалуйста, мои поклоны. Гуру Махарадж, у меня 2 вопроса о прохладе Махараджи. Мне не совсем понятно, как можно руководить демоническим обществом, при этом он же не ломает саму демоническую структуру, устройство этого общества, но при этом оставаться преданным. Как он это делает? Так же, как президент Ятры. Так же, как президент Ятры это делает сегодня. Вы думаете, мы еще уже очищены от демонических качеств? Но нами тоже руководят преданные. Есть разные типы руководства, понимаете? Есть разные типы руководства.
есть вот непосредственно менеджмент, допустим, есть руководство, которое над этим стоит. Ну как, государственное, там есть вот законодательство, управление, есть областное, есть муниципальное, знаете, вот есть различные уровни власти. Есть как бы духовенство еще. Оно считается вне как бы этих вещей. Вот. И на уровне, как бы вот, на высшем уровне разные даже государства могут быть, они могут общаться на этом высшем уровне. На муниципальном уровне невозможно такое, да, вот, объединение. А на высшем уровне возможна такая связь, потому что есть еще общие человеческие ценности у демонов и у полубогов, им тоже нужен мир там и покой, и счастье, и экономика, скажем, и культура какая-то, и есть какие-то общие. Вот на высшем уровне возможна такая связь. Но при этом остается политика, и высшее как бы вот, духовное как бы вот, положение означает, что человек вне политики должен быть. Если разногласия идут между такими вот кланами или государствами, то есть духовенство должно быть над этим находиться. То есть есть как бы свои законы управления в этом случае. Мы не все знаем, как может преданный управлять, скажем, демоническим обществом, но это тоже не означает, что он сойдет там полубогов из них создает. Нет, они остаются демонами. Но он поддерживает для них физическую культуру, и тоже есть там своя честь, свои правила, там есть шукрачария, который помогает им заботиться об этих демонах. И у них есть своя роль, и преданный прекрасно понимает, что если бы не его отец, Хираньякашипу, Нарисимхадев бы не пришел к нему в такой форме. То есть это сознание Кришны. Для Кришны между демоном и полубогом разницы нет. Я же говорю, мы не все можем понять сейчас. Не все можем понять сейчас. То есть он там больше руководит на таком нравственном высшем уровне? А я не знаю. Я не знаю, как он руководит. Для меня это непостижимо тоже, как и для тебя. Вот еще один вопрос. В предыдущих стихах описывались качества Прохлады. И там одно из качеств было, он всегда владел своими чувствами и жизненной силой. Что это значит, владеть жизненной силой? Жизненная сила – это сознание, которое может себя отождествлять. Сознание. И вот с чем себя отождествлять, мы должны научиться решать сами. То есть можете отождествить с какими-то низшими энергиями. И тогда жизненная сила будет поглощена, скажем, вот, чувственными наслаждениями. Все. Так мы пропадаем, да? Но он мог управлять. Он знал, где чувства использовать, где не использовать. Где ум использовать, где не использовать. Где разум использовать, где не использовать. То есть жизненная сила он управлял. Куда жизненную силу направить? На чувства, на ум, на разум или на трансцендентное? Так, в Бхагавад-гите Кришна это объясняет в стихе, так же, как черепаха, по-моему, комментарий Прабхупады. Да, черепаха использует свои конечности по необходимости, верно? Когда нет необходимости, прячет их. Такой пример использует, как пользуется чувствами жизненной силы преданной, трансценденталист. Жизненная сила – это то, с чем мы себя, то, что отождествляет себя с чем-то. Это наше сознание, как бы, да, вот энергия души, жизненная сила в этом теле. Можно понять ее вверх, по чакрам, можно опустить вниз, так йоги думают. И вы будете по-разному видеть, понимать, знать. Это жизненная сила отвечает за наше вот сознание именно. Если мы направляем на слушание Бхагаватам нашу жизненную силу, Бхагаватам проникает в сердце, мы освобождаемся от гун материальной природы. Вандана Мадави, Матаджи, пожалуйста, включайте микрофон. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Большое вам спасибо, Чайтанья Чандра Сирапрабху, за лекцию такую расширенную.
столько важного вы сказали. Особенно, мне, знаете, понравилось, что вы сказали, что многие знают, что не надо делать, а вот что надо делать, вот этот вопрос мне тоже как бы очень тронул. И вот это, знаете, очень тронуло, что вы сказали, что Прохлада Махарадж, у него врожденная привязанность к Кришне. Вот у меня такой вопрос, вот это только у него было, или это возможно вот родиться с врожденными такой привязанностью? Это может быть, это может относиться к чистым преданным, а к простым людям? Вот есть вот такая вот привязанность, или ее очень, или она, это невозможно? Почему-то мне вот этот вопрос очень тронуло. И то, что вы сказали, что очень важно иметь, ну, благоприятное место, вот быть в благоприятном месте. Вот я сейчас понимаю, что очень благоприятное для меня лично то, что я нахожусь в сознании Кришны с преданными. Вот. Оно вот такое чувство, что вот что-то, вот это же изначально, наверное, то, что дается вот эта привязанность к Кришне. Вот она может быть просто потом или развита, или не развита. Вот поясните, пожалуйста, этот вопрос. Меня он очень интересовал. Привязанность к Кришне есть у преданных. Иначе мы не привлеклись бы как бы к сознанию Кришны. Но не у всех, конечно же, есть эта привязанность. Она может и не быть у всех подряд. Многие сюда приходят как благочестивые люди, еще не преданные они. Они еще должны стать преданными. А некоторые приходят уже преданными. Они вспыхивают сразу, вот на киртане они сразу эмоции проявляются, начинают воспринимать все очень быстро, впитывать. То есть они в прошлом уже соприкасались с этим. Как Прохлад Махарадж, он в утробе матери это все получил, поэтому родился уже с этим сознанием Кришны. Но у Прохлада Махараджа не было желаний чувственных наслаждений, описывается в этом тексте, который мы читали. Не было вообще, он даже с детства не играл в игрушки. У нас было то и другое. У нас была и привязанность к Кришне, и была привязанность к чувственным наслаждениям. Поэтому мы родились снова в забвении, чтобы получить возможность наслаждать чувства, прежде чем снова столкнемся с сознанием Кришны, оценим его заново. Мы получили урок разочарования, быстрый. Да, быстро получили урок. Материалистам нужно много жизни, чтобы разочароваться, может быть, в материальном существовании. Но мы получили в этой жизни быстро. И снова вернулись к Кришне. Потому что многие уже знали его, так или иначе. Некоторые пришли, потому что благочестивые, добрые люди. Но они еще не развили преданность к Кришне. Им труднее будет видеть недостатки преданных. Вот это их может сломить. То есть, поскольку у них еще преданности нет, они ориентируются на мирские какие-то правила. Насколько честный человек преданный, насколько он себя ведет правильно, допустим. Его привычки дурные или грубость его, их может сбить с толку, поскольку они еще на материальном уровне благочестия. Им труднее, их нужно оберегать, конечно, больше заботы давать. Создать идеальное общество сейчас очень сложно, поэтому, конечно, не всем преданным легко наблюдать недостатки друг друга сегодня. И эти благочестивые люди, они могут стать даже, восстать против движения преданных, если увидят, что здесь с моральной точки зрения не все хорошо. Такое может случиться. Но преданный нет, он выдержит это все. Дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое, читайте Анхачара Прабу, за лекцию, за ответы, за общение со всеми преданными. У меня очень много вопросов, я думала, задать или нет, но вот Адити меня так вдохновило тоже. Очень хочу получить наставление. Вот первый вопрос, много вопросов, ну, коротеньких. Первый вопрос. Вот вчера видела видео от Шичинандана Махараджа о пустых святых именах. Он показал две капсулы и сказал, что только у преданных, ну, как бы, вот эти святые имена, они будут полные. И вот вопрос, как ну, по-вашему, вот ваши какие-то наработки, вот, опыт ваш, как вот наполнить святые имена Кришной? Спасибо. Хорошо. Это хороший вопрос.
Есть пустые имена, такое выражение, Шачинандан Махараджа. Есть об этом даже семинар или книга. Пустые имена. То есть мы повторяем форму звуковую, но там нет сути, нет наполнения, да, вот этой бхавой, этим настроением преданности. Пустое имя называется. Это основано на самомнении повторения, на ложном эго. Я верю в Святое Имя, потому что верю, что я получу себя, свои ситхи, свои как бы, вот, желания исполню. Я себя, это способ возвеличить себя. То есть. Это пустые имена. То есть там нет отношений с Богом. Там есть как бы ну, запрос какой-то к мантре, как нечто мистическому, может быть, средству или какому-то еще средству, непонятно, но исполняющему мои желания, и вот это самовозвеличивание. И человек при этом думает, я 16 кругов повторяю, ему достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо, что 16 есть. 16 есть. Как Радханат Махарадж однажды его спросили тоже подобный вопрос. Он говорит, мы каждый день думаем, повторяем мантру, повторить 16 кругов. И какой, говорит, результат? Мы повторяем 16 кругов. Все. Это пустые имена. То есть я правила предписания привязан к ним, я их выполняю и думаю, что я предан. Это самомнение вот это самое, что я сегодня все 16 кругов повторил, и вчера повторил, и завтра повторяю. И если там нет этих отношений, то я буду смотреть, а кто как повторяет. Начинаю критиковать других. Не вдохновлять, а критиковать. Это как раз признак, что имена пустые были. Я вижу форму, но сути не вижу. Да, возможно, кто-то и меньше повторяет сейчас, но, возможно, он Кришне нравится это. Я не знаю, вот я эти вещи могу не знать. Но я вижу форму. И вот в этом сложность возникает в отношениях, что форму мы видим, правила предписания знаем и даже гордимся, и думаем, что мы всему следуем, мы правильно все делаем, и при этом мы критикуем других, которых видим какие-то недостатки. Это пустые имена. То есть пока они пустые. Конечно, если продолжать это делать настойчиво, да, и пройти эту вот трудную дорогу, когда ум становится критический, это трудно пройти ее. Некоторые не выдерживают и мантру не повторяют. Они становятся равнодушными к преданным, потому что ну, столько недостатков, что уже все, устали от этого. Хотят отойти куда-то в сторону. С равнодушными теряют вообще связь, йогу с преданными. Это уже такой результат не очень хороший, уже тяжелый результат. Вот. Поэтому если нам удастся, особенно старшим, ну как бы старым преданным уже, которые много лет повторяют мантру, джапу, воспевают, попытаться почувствовать присутствие Кришны в звуке. Вот как мы читали в Бхагавад-гите, как мы читали в Бхагаватам, да, что, как Господь Чайтанья об этом говорит, Чайтанья Чаритамрите. Как великий вайшнава говорит о святом имени. Если мы попытаемся это осознать в процессе воспевания святого имени, мы можем получить неожиданное откровение, кем бы мы ни были. Если мы попытку сделаем такую, немножко отойдем от самомнения, просто попытаемся осознать, что Кришна дает мне эту возможность. Не я сам повторяю мантру, просто потому что Бог мне эту возможность еще дает. Несмотря на мои недостатки, я еще, вот, милость еще со мной присутствует. И вот я ее должен использовать, мое время жизни коротко. У меня мало времени. Я все-таки пытаюсь осознать, что имя Кришна – это сам Кришна. В этом помогают мне лекции духовных учителей, книги Прабхупады, общение с вайшнавами, которые тоже пытаются да, идти таким же путем искренне. И я скажу одну вещь, что опыт, когда мы воспеваем мантру с возвышенными вайшнавами, очень важен. Очень для нас важен. Или когда мы вместе собираемся для джапы именно. Это очень-очень важный опыт. Это сильно вдохновляет нас вот, почувствовать святое имя. Появляется такая возможность. Много экстатических эмоций человек может пережить, если он воспевает святые имена с кем-то, кто более опытен. Уже осознает присутствие Кришны в звуке больше. Таким путем можно вот изменить свое
свои пустые имена, наполнить их смыслом. Ну вот я что-то сказал об этом. Спасибо большое. Вот мы же каждый день утром с 4 до 6 читаем джапу с Карабаджаной Прабху и с другими старшими, младшими преданными. И видим друг друга. Поэтому спасибо большое, да. Спасибо. Вы это уже делаете, да, конечно. Да. Можно еще вопрос? Ну, пока да, рук нет, давай, давай еще вопрос. Вы сказали, что умонастроение вот переносит как бы живое существо в тело следующее. И вот вчера я беседовала с женщиной, у которой дочь. У нас кончилась батарея. Элементарная ошибка. Все так поглощены Шримад-Бхагаватам, что они даже не заметили, что не подключен компьютер к питанию. Так, тогда вопросы в аудитории. Как раз. Я продолжу про умонастроение. Настроение. Мы знаем, что для Хирани Пашипу и для Хираньяджи это было первое рождение, как бы здесь, в Чакрабхате. И мы говорим, что живое существо сохраняет умонастроение и переносит его в следующую жизнь. И у них было это демоническое умонастроение практически с самого начала, они со всеми сражались. Да? Вот откуда они его взяли? Взяли ли они его из проклятия четырех хумаров или, возможно, от этого вот зачатия, которое произошло, вот откуда взяли они именно вот это демоническое умонастроение? Спасибо. Из материальной природы? Из гуны страсти? То есть демоны, они берут начало в гуне страсти, их природа. Вот. В материальной природе они получили это от гуны страсти. Поведение человека, описывает Кришна Бхагавад-гита, определяется влиянием гуны на него. Поэтому если получает проклятие, то определенная гуна обслуживает этого человека. И еще смотря от кого получили проклятие, какой силы, с какой силой будет влиять эта гуна также. Гуна страсти. Если мы будем соприкасаться с гуной страсти, именно соприкасаться, просто ее использовать как деятельность, а соприкасаться с ней, вкус именно воспринимать гуну страсти, то мы тоже станем демонами. Любой человек, если будет соприкасаться с гуной страсти, станет демоном. Она генерирует невежество, эта гуна. Раджа, раджа-гуна. Поэтому кшатрии, они находятся под покровительством браманов. И Священное Писание, они должны представлять Бога в этом мире, а не гуну страсти. Такие предписания для кшатрии дают, потому что кшатрии тоже с гуны страсти. Природа, да, их приходит, поддерживается гуны страсти. И если он принимает это на свой счет, если он проникается именно гуной страсти, он становится тоже диктатором, демоничным правителем. А если использует эту деятельность в служении Богу, он Раджа Риши. Гуна страсти. То есть получается, что мы же тоже соприкасаемся к гуной страсти, когда мы что-то делаем вот в мирской жизни, да, или, например, строит храм, человек же тоже должен действовать каким-то образом. Это гуна страсти. То есть как на преданного тогда она действует? Мы не соприкасаемся с гуной страсти. Потому что мы служим Кришне. Это называется трансцендентная деятельность. Как лотос не смачивается водой. Как я пояснил, соприкасаться с гуной страстью означает испытывать вкус от нее. Я столько делаю, или я богатый, или я то, я это, я сильнее других. Вот это соприкосновение с гуной страстью. Если мы занимаем гуну страсти в служении Кришне, в свою деятельность, то мы не этим настроением не пропитываемся.
Можно вопрос от вашего ученика Парама Каруна Даса из Харькова, руководителя «Пища жизни»? Он спрашивает, что можно ли поддерживать преданных, которые постоянно заняты служением в «Пище жизни», также я имею в виду себя. Понимаю, что пока молод и не могу много энергии вложить в развитие этого проекта, но в таком случае у меня нет возможности одновременно работать. С начала войны я взял отпуск за свой счет. В общем, суть его вопроса в том, что может ли он использовать деньги, которые собираются на пищу жизни, для того, чтобы поддерживать себя, свою семью и платить преданным, чтобы они полностью всю свою энергию отдавали служению этому проекту. Это решает местное руководство Украины. Это административный вопрос. А также есть философская часть его вопроса. Он прочитал в читании Чаритамрити «Вантьялили», что вайшнавов нельзя кормить на деньги, собранные у непреданных. И он не понимает, как это можно понять, хотя есть пример Шрилы Прабхупады, задействовал в служении все. Есть, насколько я помню, этот пример, связанный со Шрилой Прабхупадой, есть правила предписания, данные смартами. И с точки зрения смарты, смарта браманов, это нельзя, недопустимо. Если берем какие-то нечистые деньги, от млечки берем деньги, скажем, мы не можем построить храм на эти деньги. Вот. Но есть история, которую я слышал, когда Шрила Прабхупада был в Майяпуре, он ехал к своему другу Шридхар Махарадж. Были они очень дружески расположены. Он хорошо был, относился к Прабхупаде, к Искону, к движению. И Прабхупада о нем говорил, что он более реализован, чем я, но держит все при себе. Так я слышал, Прабхупада отзывался о нем с большим уважением. И они общались близко. И по дороге к нему, они ехали в машине, насколько я помню, слышал Прабхупада ученики, они получили известие из западных стран, из преданных, что кто-то пожертвовал большие деньги. И будет храм, нужно купить здание. Все, вопрос решенный. Вот. И они очень обрадовались, Прабхупаде сообщили эту новость, Прабхупада тоже очень обрадовался. И сказали, давайте сейчас эту новость расскажем Шридхар Махараджу. Просто сказал, нет, ему не говорите. Он скажет, что деньги на плечи нельзя использовать в служении, поэтому его не беспокойте. Если бы мы эти правила применяли в западном мире, было бы невозможно распространить сознание Кришны. И многие другие вещи, некоторые другие вещи также пришлось Прабхупаде, ну как, принимать. Ашрамата же, допустим, и Брамачари в храме ввел, да? И некоторые другие вещи в соответствии с Западом, западной культурой. С точки зрения смарты, все было неправильно, он пересек океан, допустим. Нельзя пересекать океан, если не есть. Маджи Мадакини может больше сказать об этом. We've seen that Srila Prabhupada asked us to take this Lakshmi even for mundane people to build, as you said, Maharaj, to build temple, even to print books, to spread Krishna consciousness. Да, это очевидно. Шрила Прабхупада просил нас собирать деньги даже с мирских людей для того, чтобы строить храмы, для того, чтобы печатать книги. He didn't tell us to just take from pious people. Он нам не говорил, идите и собирайте только с благочестивых людей. So on a practical plan for the preaching mission, it seems Prabhupada allowed even sinful people to contribute. Поэтому с практической точки зрения, чтобы платить свою миссию, Шрила Прабхупада разрешал нам собирать деньги даже с простых мирских людей. So, maybe for someone who is not preaching, who is living a very, very pure life,
this is not advice. Может быть, для каких-то людей, которые очень чистые, и они не проповедники, и они не должны это делать. But it seems that for the preaching mission, there was no impediment. Но кажется, что ради проповеди Шрила Прабхупада не видел никаких препятствий в этом. That's my understanding. Это как я это понимаю. Да, границы могут быть. Я слышал, что Прабхупада в каком-то случае, Шрила Прабхупада не принимал деньги. Какие-то слишком уж явные такие, да, которые могли повлиять на репутацию движения. Если принимаете, скажем, регулярные пожертвования от какой-то мафии, то понятно, что репутация движения будет связана с мафией. Это, мы не можем делать такие вещи. Это естественно. Но если просто мы начнем смотреть, от кого деньги, как у него личная жизнь, соблюдать ли он принципы, что он там ест, вот это паранойя называется. Это слишком будет. Тогда мы вообще не сможем, потому что в мире сейчас ничего чистого нет. Даже этот вот третий принцип, азартные игры, и я говорил, денежные махинации. Гуру Махарадж поправил мой. Денежные махинации, говорит, сейчас мы не можем сказать, потому что любой бизнес связан с какими-то махинациями сегодня. И мы тогда не сможем вообще работать. Поэтому, ну, черный бизнес, можно сказать. Ну, там наркотики, продажа оружия, там, ну, вот, такой да, бизнес мы не делаем. А так, говорит, в соответствии с Кали-Югой мы должны все равно применять свою деятельность, как, насколько возможно. Поэтому смарты, они очень могущественны тоже. У них тоже есть своя роль, чтобы мы не забывали вот эти стандарты писаний. Вот. Но они не понимают как бы смысла этого вот трансцендентного. Поэтому они не могут все занять служение Кришне, считать, что это вот можно, это нельзя, это вот так, это так. Но Кришна трансцендентен. Юкта Вайрагья говорится, что он может, что человек может занять все в служении Кришне. Зависит от его могущества духовного. Допустим, если мы сейчас подумаем, я займусь сейчас сознанием Кришны что-нибудь там, пойду там людей из ночного клуба, всех приведу в сознание Кришны. Если вы могущественны, вы можете это сделать. Но если вы пойдете туда и станете одним из них, понимаете, значит, вы не можете это сделать. Это вопрос еще индивидуальный. Что многие ачарьи сказали, о, на Западе невозможно проповедовать. Там даже лорды, да, английские, не способны соблюдать регулирующие принципы. Что о простых людях говорить вообще? Невозможно. Но Прабхупада сделал же это. Он же сделал это. Вот Юкта Вайрагья, кто-то может. Но Юкта Вайрагья означает, что вы должны уже обрести любовь к Кришне. Это непростая вещь. Поэтому здесь мы не рискуем, да? Что я сейчас буду пользоваться Юкта Вайрагья и сделаю сейчас... Нет, вы должны измерять свои возможности. Если вы берете, скажем, от какого-то нечистого бизнесмена деньги в пожертвования, а потом попадаете под его влияние, значит, вы еще слабы духовно и не берите такие деньги. Байстан Сарасвати, он был бескомпромиссный. К нему приходил один человек, который жертвовал на большие суммы, бизнесмен. Приходил на его лекции. И однажды этот человек с кем-то стал разговаривать во время лекции, тихонько. Байстан Сарасвати сразу сказал, ты что думаешь, купил меня своими пожертвованиями? При всех сказал. Вот это Юкта Вайрагья. Видите? Ой, не буду я ему ничего говорить, иначе он пожертвования не даст. Потом. Как-то мне неудобно, я беру у него пожертвования, делать ему замечания. Нет. Это не Юкта Вайрагья, это Тамагуна вообще. То есть нужно, да, отдавать себе отчет, конечно. Есть одно... Это вот в первую часть этого вопроса относительно зарплат преданных, если они приходят в какие-то проекты. Есть одно письмо Шрилы Прабхупады. Матушка Мандакини, вы, по-моему, как раз отправляли тогда в чат, что один ученик, он переводил Бхагавад-гиту вроде на французский язык, если я не ошибаюсь, либо это был какой-то другой французский язык. И этот преданный, у него была жена, она такая, он был преданный, а она такая достаточно материалистичная была. И после этого перевода, ну, под влиянием жены, он попросил какие-то пожертвования, ну, какие-то средства, потому что он потратил очень много времени на этого. И когда он это сказал Шриле Прабхупаде, да, Шриле Прабхупаде, он пришел в гнев. И он сказал, что, говорит, то благочестие, которое ты мог получить,
да, что ты меняешь его как бы на бумажке. И вот эту возможность получить как душа вот это самое большое благо, занимаясь этим бескорыстно, ты вот сейчас полностью образно потерял. И вот тут как бы парадигма, да, что вот мы, например, в своем проекте видим, да, что ну, если ты поддерживаешь людей, да, что вот они как бы, ну, им не надо другими вещами заниматься, они могут время на это тратить. Самый важный ресурс же время, что время нужно, как бы, что они могут спокойно там, вот этим заниматься. Я вижу, что есть результаты, и у меня дилемма, что в итоге правильно, как делать. Я не понял вопрос почему-то. Все поняли, я что-то... То есть какая более правильная позиция? Ну, что есть зарплаты за служение или нет? Все, что мы делаем, мы должны делать с санкцией старших. Тогда наше сознание должно оскверниться. И она Прабхупада давала деньги своим ученикам. Это же не писание, если с марта. Не, ученик не принимает пожертвования от гуру. Но Прабхупада давал, говорит, это не тебе, это вот твоему сыну, вот, купишь ему то-то, то-то, то-то. Драупади вышла замуж за 5 пандавов. Но это было с благословения свыше. Вьясадева, Господь Шива, Господь Кришна санкционировали. Также, если я сам решаю эти вещи, то, конечно, я становлюсь бизнесменом. Но если я спрашиваю руководство, что мне, как мне быть, он говорит, ну вот, чтобы ты как-то мог продолжать это служение, да, вот бери вот этот процент себе на поддержание и продолжай служение. Я выполняю его наставление таким образом. Это не моя прихоть. Не моя там жадность и прочее. Не мои расчеты в голове. То есть мы санкционированно действуем. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за такое погружение, лекцию. Вопрос я вчера задавал уже, но в продолжение действия в бездействии, бездействия в действии. Что именно освобождает? То есть вот хорошо, плоды сковывают меня, связывают. Деятельность сама связывает меня. И получается, если я правильно мыслю, что все это принадлежит Кришне, то тогда я освобождаюсь. Получается, мысль освобождает. Или как это понять правильно? Что просто думание правильное освобождает. Правильно это понимание или нет? Нет, одна мысль не освободит, понятное дело. Да. Это просто шальная мысль какая-то. Я что-то услышал и подумал об этом. Нет. Нужно осознать, что все принадлежит Кришне. Как это? Это хорошо или плохо? Это плохо, потому что мне-то ничего не принадлежит. Если ты так думаешь, это еще не то думай, не то с Маранами. Это связано с Кришной, потому что он лучший. В наивысшей степени, естественно, по праву принадлежит все ему, потому что именно он заботится о всех живых существах. Если мы это осознаем глубоко, тогда другой вопрос. А так шальная мысль прибежала, ушла. И расстроила меня к тому же. Все принадлежит Кришне. У меня ничего нет. А что же мое, Кришна? Я мне что, выпрашивать не нужно все? Как жить? Ты об этом спрашивал? Я хочу понять, что освобождает. То есть вот Кришна, если... Кришна освобождает. Ну, Господь говорит, что если ты разберешься науку, поймешь науку с действия в действие, действия без действия, ты освободишься. То есть ну, я да. Вот хочу вот это... понять эту науку. За счет чего происходит, как действие превращается в бездействие? Почему нет плодов? А в какой момент? Сама деятельность, сколько никак. Плодов? Никак. Как понятно? Сколько времени, скорее всего, у тебя вопрос? Долго. Долго и решительно. Как ты знаешь? Мы уже делаем это. Теперь нужно настроиться на долгий процесс. Пожизненно. Бескомпромиссно. На спасение не надейся, написано на Прабхупада, входящий сюда. Вот так же мы должны навечно войти в этот принцип. Нужна долгая практика. Ну как долго? Она не долгая с точки зрения времени, а с точки зрения нашей жизни долгая.
как, уже все знают как. Повторять Харе Кришна, служить Кришне, служить преданным. Но мы же что-то ждем еще за это. Вот когда уже надежды все у нас уйдут, мы уже ничего ждать не будем, тогда это будет близко к освобождению. Нам нужно, мы еще чего-то хотим в этом мире. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Продолжение вопроса Нитаймангала Прабху. А если мы еще полностью не осознаем, вот все, что все принадлежит Господу Кришне? Не осознаем. Не осознаем еще. Ну что-то же принадлежит Кришне или нет? Да, но если он полностью... Сколько? Сколько ты ему выделяешь? И всего, что есть, сколько ты выделишь ему? Я хотела связаться со шлокой Бхагавад-гиты, но если мы полностью не осознаем, но мы медитируем на 9 главу, 27 стих, где он говорит, что что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, делай это как подношение. Тогда это действие бездействия? Да, даже если мы еще не осознаем полностью. Он-то осознает наши попытки. Так благо в том, что он существует, говорится. С нами все ясно. Нитья-бадха. Тут не о чем говорить вообще. Никакой надежды быть не может. Любого нитья-бадху спросите, как освободиться от страданий. Он понятия, никто не скажет вам ничего. Они понятия не имеют об этом. Нитья-бадха. Но он-то знает. И ты это делаешь с санкцией духовного учителя, авторизованно. И он это видит. Что ты делаешь для него, просто не знаешь всего, но для него уже стараешься делать, ты уже имеешь веру в Кришну. И он принимает это. Так и все. Он живое существо, но он знает каждого. Мы тоже живые существа, но мы никого не знаем толком. Даже себя не знаем. Харе Кришна, примите мои поклоны. Я вот по поводу лекции, может быть, немножко забегаю вперед. Прохлада Махарадж был абсолютно преданный Кришне. А почему потом, впоследствии, он все-таки попал под влияние своей природы демонической и даже сражался с ним? Попал где? Когда? Ну, потом, впоследствии. Ну, вот я читала какие-то истории там, что потом он даже... Надо показать не то место. Да? Ладно, тогда я в следующий раз пошла его задам. Сражался с кем? С Индрой он там, по-моему, сражался, если я не помню. Сейчас я... Нужно узнать историю. Там да, ладно, хорошо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. И вот вопрос, вы говорили о заботе. А в чем суть заботы о преданных вообще в общине? И моя, вот, например, наша личная ответственность за преданных. Какая у тебя ответственность за преданных? Да. И в общине, и как я могу, вот, например, моя личная ответственность? Зависит от твоих полномочий. Сколько ты получаешь полномочий от преданных, чтобы заботиться о них. То есть любви и доверия. Настолько ты можешь это делать. Полномочия. Например, в Конституции говорится, что правитель, он уполномочен народом. Вся его сила в полномочиях народа. Поэтому обладает силой власти. То есть народ должен быть согласен иметь правителя такого, поддерживать его, слушать его с радостью. Это полномочия. Это в Конституции говорится. Не просто назначенный человек и все. Там нет такого. Уполномочен народом. Если мы говорим о демократии, то есть люди должны любить правителя. Ведическая концепция такая же. Правителя любят, и он тоже любит подданных. Это главный постулат. Это главная конституция. Любовь и доверие. А потом уже вырабатываются какие-то правила и законы управления после этого. Но если недостаточно любви и доверия, то просто назначение не означает, что человек уполномочен это делать. Он может иметь назначение, но быть не способным выполнять это служение.
потому что нет полномочий. Гуру Махарадж, мы прочитали, что Прахлада Махарадж, он воспринимал полное целое с самого рождения. Как это на практике? Что это значит? Ведь полное целое — это же не просто мир, это же все и все, и прошлое, и будущее, и настоящее, и явленное, и неявленное, все-все-все. Что значит он... Нет. Не думая о вселенской форме. Он видел везде Кришну. Так описано. Везде Кришну видел. Его бросали в океан, он видел Кришну. В океане, находясь на дне океана. Бросали с горы, с высоты, он в высоте, в камнях, во всем этом видел Кришну. У него не менялось сознание. И поэтому, говорится, он был защищен. В океане он не погибал, даже когда Хираньякашипу нагромоздил целую гору над ним в океане камней. И запутал его цепями, бросил на дно океана и засыпал еще камнями на дне океана. Что он увидел, что у ребенка ситхи. Видимо, он говорит, он следовал от меня, эти ситхи. И нужно какое-то что-то особое. И он это особое придумал, он его опутал цепями, бросил на дно океана. Еще создал огромную гору над океаном, над ним, из камней. И Прахлад Махарадж, он во всем видел Кришну. В цепях, в Хираньякашипу, в этой горе, в океане. Но нисколько не беспокоился ни о чем. Кришна – защитник душ, предавшийся ему. Ни о чем не беспокоился. Он лежал на дне океана и ждал, когда отец закончит свою экзекуцию из уважения к нему. Отец закончил. Все, мы его похоронили. Это точно уже. И когда все было закончено, он сказал: «Джай Шри Хари». Нараян, Нараян. И повел ручкой, и все рассыпалось. Хираньякашипу: что делать, что делать, что делать? Где твой Бог? Он везде, отец. Мне нужно точно знать, где. Он говорит, можешь явиться откуда угодно. И в этой колонии, да, он уже там, здесь, в этой колонии. А значит, он уже там был в это время. Прохладу увидел и сказал: да, он здесь, отец. И Хираньякашипу поверил в это. Он понял, что он видит Бога, которого он не может найти и убить. И он думал: я нашел его теперь. Глазами Прохлады я увидел. Вот он здесь, в этой колонии. Он взял оружие свое. Оружие абсолютно было непреодолимое. Мог уничтожить что угодно. Ударил по этой колонии, говорит, кулаком или мечом. Разные есть версии. Что было несколько случаев. А он разбил эту колонну, надеясь вот разрушить ту внутреннюю силу. Но тот звук, с которым треснула колонна, поверг его в ужас самого. Он ничего не боялся. Это было сознание Кришны, проявление гнева Господа. И даже Хираньякашипу, имеющий благословение Брахмы, Творца Вселенной, он испугался этого гнева. Это был еще не громкий рык, но он пронизывал все оболочки Вселенной. И видно, что что-то ужасное явилось в этой колонии для Хираньякашипу. А Прохлад уже лил слезы: мой Господь, Хари Кришна. Дальше вы знаете сцены, боевые сцены там идут. Боевые искусства там в полной, как бы, во всей красе. Они бьются на мечах, на кулаках, руками, ногами, там, как еще. И Нарисимхадева, ему важно вот этот гнев излить. И он его не убивает, а вот дерется с ним. Долгое время. Уже день заканчивается. И полубоги собираются и начинают молиться: если ты не убьешь нас, нам будет конец. Он нам не простит это предательство. Убей ради нас. Ты независим и так далее. Но мы зависимы от всего. И мы боимся Хираньякашипу. Ты его не убиваешь. Почему?
И тут наступает вечер. А, Чаранико Шрипон же воодушевлен, думает, о, он меня не может убить. Там выскользнул так из него, вывернулся так, еще ударил его мечом, там и щитом защитился, думает, я тот герой. Но когда полубоги замолились, солнце стало клониться к закату, время пришло. Этот разум, Нарисимхадева, он не хотел нарушить ни одного благословения Господа Брамы, убив, полностью контролировал ситуацию. А Прохлад Махарадж просто наблюдал и лил слезы. Ой, Господь. Его отца убивали, он... Убивали на глазах его, собственно, родного отца, понимаете. А он восхищался этим убийцей. Как прекрасен Нарисимхадев. Никакого страха вообще. И он, конечно, видел, что Хираньякашипу очищается от своих вот этих демонических качеств, когда сражается с ним. И достигает славы настоящей. Но он Махабхагават, он видел все это. Мирские люди говорят, как ваш Прохлад Махарадж, его отца убил Нарисимхадев, а он его прославил, этого врага, и все переворачивают. И время пришло, солнце клонится к закату, и Нарисимхадев в конце концов отбивает одной его рукой это оружие из рук Хираньякашипу. Другой рукой хватает на колени. В одно мгновение, говорится, как вот просто осу человек берет так и раздавит. Не без всяких усилий. Полубоги все. Демоны. Ступор у всех был. Никто не поверил в это. Никто в это не поверил. Но там кровь такая, кишки оттуда вырывать стал, на себя надевать вот так вот. Как посмотрел на полубогов, они в рассыпную все полубоги от него. Демоны в рассыпную все. Стал все крушить, эти головы там демонов, все в смятку вот так вот. Шива сказал, погоди, типа, я не подойду, нет. И... Брама сказал, я виноват, я тут благословение дал Хираньякашипу, я не пойду туда. Прохлад, иди ты, он тебя не тронет. Даже Лакшми испугалась вообще. А Прохлад, вот этот Махабхагава, это вот, видел все другими глазами. Это я не боюсь твоих когтей, говорит, подошел к нему. Я боюсь забыть тебя. И Нарисимхадев, гнев сразу стал уходить. Взял его на колени, прижал к груди, стал плакать вместе с ним. Все поразились. Лакшми, Шива, Брама, Прохлад Махарадж. Ну, так описано. Так мы пытаемся думать. И переживать пытаемся то же самое. Вот. И может быть, нам тоже повезет несчастным жителям Кали-юги, которые зависят только от просады, больше ни от чего. На меня уже смотрят косо руководители. Шрила Прабхупада ки джай.